Сосулька, да? Сейчас поставишь. Сейчас мы с тобой будем мочить водой, она будет исчезать в руках. Ну не надо! Не надо? Он не хочет, чтобы она... Да? Она сейчас все равно растает. Нет. Аккуратно. Я только положу, она холодная, да? Мы сейчас тарелочку положим, будем наблюдать. Сейчас она уже капает, ну, водичка. А тут еще кровать сейчас зальешь. Мы ее положим в тарелочку. Да, кровать она не дотянет. Вот. Давай. Ты видел озон там? Что озон? Скоро кажется. Где? Ты не ушел, не видел? Нет. У нас во дворе. В дворе у нас? С другой стороны, где этот индекс-маркет, а с этой стороны, где раньше комната детская была. Там я не шел. А? Я что не шел. Обед шел. Ну, пятерочки. А зон там теперь. Тебе вообще далеко ходить не надо. Да. Все под руку. Лёв, капает все. Сейчас я тебе лишь тарелку дам. Да. Сколько же хватает? Да. Могу я ходить тарелочку? Могу я хватаю? Чё, в садике нового? Ничего быть. Вставай. Что она снимает? Пап, давай, это сосулька. Не нравится? Сосулька, да. Это сосулька. Там еще была где-то кусок, но его уже нету. Она уже вытаяла. Растаяла. Угу. На делях, на кровать? Вот там она вытаяла. Я тут, если что, вот. Вика дала. Что это? Собирать. А подделка где? Вон она выпрямляется. Я когда покрасила, ты ее еще красила? Он забился. Это вот отсюда картонка белая была. Сделали Лехе подделку в садик на Новый год. Из пластилина. А это что? Ладно, я думал, ты из этого сделала. Еще. Из пластилина тоже? Нет. Я в интернете вообще увидела вот эти ватные диски, а потом уже решила. Угу. Они хотят кушать. Кушать хотят? Ты-то, Лех, будешь кушать сам? Что ты сейчас кушал, ты, Леш, в садике? Луковушки. Луковушки и щи. Молодец. Щи? Сыр. А-а-а. Не придеваться, Леш? Ну, чтоб не капало, Лех. Вот так держи. Она будет капать сейчас. А то кровать будет мокрая, Леш. Я холодная. Я там получил посылку. Какую? Лопатку. С Алиэкспресса с распродажи. Шла из Китая. Надо было что-то положить в корзину, я вот положил вот такую штуку. Это для металлоискателя, чтобы большой лопатой не копать. Вот такая лопата. Она в скотче, кстати. Там еще и внутри тоже заклеено. Вот такая лопата. Вот. Острый какой-то. Ну, это землю копать постоянно. Большой не копать. Смотри, там какая-то.
Смотри, у тебя еще осталось, да? Она со специальной была. Смотри, Леша, что не давай нам строй. Угу. Тогда еще будет наточить крету. Ты смотрел сериал «Сорок пацанов»? Нет. Нет? Новый сериал какой-то крутой вышел. Вы вообще очень советуете. Ты смотрел? Да. Ты смотрел? Плов еще остался? Пойдем, Лех, на горку будешь кататься? Не надо. Сам будешь кататься. Пойдем быстрее. Катайся на горках. Да. И ты меня там будешь. Да. Ты сейчас надо уговаривать. Какой пойдем магнит-то? Дэн. Какой магнит-то пойдем? Дэн. Любой? Слушайте, это нормально. Дэн. Ты видел видео? Вчерашнее. Там Лёха катался. Отворачивайся. Ну дай! Не уходи! Я подожду тебя, Лёх. Уходи! Я тебя подожду. Нет, ты не подойдёшь. Давай. Я пакет взял, если что. А, аж камеру забыл. Так, идем в магнит, тратить сертификат за вот V-бонусы заказали на 500 рублей. Накопилось баллов, мы их на сертификат обменяли. Где-то в месяц накапливается баллов 700. Можешь садиться? Ну, пойдем так -то. Руку. Чего? Ага. Дошли до магнита. Сейчас будем покупать что-то. Давай руку. Подожди. Здесь нет чего-то. Капюшон снимешь его пока? Не надо. Так, надо было взять эту самую корзинку. Блин. Отдавай ему. Пойдем. Может, такой набор шаров возьмем? А? Что это? Набор шаров. Большие они.
Да и дорогие тут они. Где они дорогие? Да я пока не надо сейчас рыть. У нас мало. Потом купим, если надо будет. Пойдем. Что надо? Пойдем дальше. Пойдем, пойдем. Пошли. Ну, пойдем догонять, пойдем. Иди сюда. Нам взял молоко? Да, два, хватит там. Ну, пока хватит. 150 рублей есть. Иди сюда. Что тут есть это? Что? Корица, ой, что там, как она называется-то? А, гвоздика, о, 89, дорогая. 30 хочет. Вот, слышишь его? 50! Подожди ты. 50! Сейчас. Нет, это вы не будешь, нет. Пойдем. Пойдем. Ну, не надо. Пойдем? Пошли. Нет, это у папы. Что, папа? Папа рык холодный, или папа не может. Иди. А? Иди. У меня руки холодные, Настя. Сейчас все отморожу там. Садите вы. Со мной не идет. Пойдем вместе. Пойдем, лег писать. Никогда не сходит в магазин нормально. Пойдем. Пошли. Пойдем быстрее. Пошли. Давай руку, пошли. У нас нет денег. Он сейчас заметит. Я пока там буду, в магазине. А? Что там по сумме-то? Ну, около 500 тут. Я бы еще чипсов взяла. Ну, возьми. Давай, 15 рублей купить. Вот эти маленькие. Что, Лех? Он такой чипс хочет. Сейчас пойдем. Мама там возьмет сейчас себе. И пойдем. Сейчас пойдем. На. Так я тут сам вышел. Лёш. Это кофеёк взять. Нет, спасибо. Карта есть, магнит? Да, карта и будет сертификат на 500 рублей оплата. Так. Подарочный сертификат. На 500. Сканировать сертификат. 90. Картой? Да, по карте. Угу. Пойдем. Будешь садиться на санки, Лёх? Нет? Спасибо. Сейчас пойдем. Давай, иди.
Давай пойдем. Сейчас будешь показывать, как ты катаешься маме. Да, отряхнулась. Фу. Вместо санок у нас здесь. Ну что там? Норм. Купили на 590, вышел на 90. Дома покажем. А летом ты что-то боишься лишь кататься? Поскатается летом. А? Тоже катается летом. Угу. Вот не рвешься на них. То я боюсь, то за руку, то еще что-нибудь. Давай, скатывайся, что-то. Ой. Давай. Опа, как быстро. Сам? Давай сам. Где я там взял новую новинку? Как раньше такой вкус был. Классно, Лёш? Все. У меня ляжки отмерзли, так стоят. А? Отмерзли ляжки, так стоят. Ага. У меня ноги, Лёш, замёрзли. Давай. Штаны бы подтянул. А? Штаны бы подтянул. Я? А кто? Нормально не подтянут. Лёха, отдохни чуть. Писать. А? Зай. Писать? Угу. Пойдем туда. Надо потому что отдыхать. Надо уже ехать. А? Надо ехать. Надо уже, Лех, ехать. Закашлялся уже. Да, здесь пописываем с тобой. Стой, стой. Давай его посадим, теплого попить дадим. Чё? Посадим, теплого попить дадим. Будешь их пить? А, не надо. Теплый компот. Не, ну чуть-чуть поездил, поэтому попить. Давай, последний раз. Давай, последний раз. Да. На санках поедем. Совсем запашился. Давай, съезжай. Пить будешь, Лёх? Дай попить дадим. Ну, сейчас сядь и поедем. Будем будет пить. Все, пошли, санки садиться, теплого компота дадим. Пойдем. Да. Тут уже кашляешь. Ну, совсем закашляешь. Пойдем. Дай пакет. Мне не надо взять. Подожди.
Да не надо. Сейчас все сделаем. Ну что там? Давай, все снимай. А одну снимем? Одну не надо. А вторую не будем. Вторая рука не мерзла. А что ты тут добавил? Ну, тяжело, он же тяжелый. Ну не надо. Просто думаешь? Я думал, сразу это сделаешь. А? Ну давай. Зачем ты две снял, Лёш? Ну я не упаду, а то. Пускай одну снять. Нет, два. Я только за два. Не холодно, Наш? Нет. На. Давай второй день прочим. Он у меня вчера и ходил возле все для дома, где магазин. А так без них ехал. Вторую пока сейчас. Давай оденем вторую. Мне не надо. Тогда вот сюда спрячь. Сломана Машенька. Я ладони взял так и дать. Микрофон не взяла, как обычно? Я так и знал. Варенье макай, вкусно варенье. Ну, смелее, что ты там? Давай, бабушка, макни. Ну, обычно так есть, просто думаю. Пару раз макнет, остальное. Варенье, ты вкусное, попробуй. О, макай больше. Ну без варенья. Давай пойдем. Ягодка маленькая. Будешь без варенья? Без варенья будешь? Нет? Пойдем. Я думаю, не ожидала. Пойдем, пойдем. Ой. Так. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Давайте. Пойдем, Лёха. Пойдем. А я еще и пизде. Ну, что-то нет.
помочь? Сейчас я сам справлюсь. Давай. Да господи, когда сейчас закроют эту дверь? С машинки подожди. Некуда делишь? Машина поворачивает. Видишь, вот места мало, Леш. Не почистили. Не пройти, не проехать. Вот почему купили на 90 рублей. Приправа, молоко, 2, 2 булочки, молока было 3. Леха печенье выпросил, 2 кофе, вот такие ротаны и чипсы. Вот чек, очень красивый. Вот, получается, 590, но заплатили только 90 рублей. Ну, кыш, ну, кто сюда? Так, время у нас уже сколько? Время-то не показывает нигде. Часов, наверное, 8. Готовится на завтра у нас есть мясо и гречка. С Лёхой нам надо на двоих. Так, а сейчас я, наверное, пойду в озон. Давай, хватай, хватай. Тогда пойду я, скажу, за ватрушкой. Ватрушкой. Которую заказал. Сразу накачаю ее тогда. Ладно? Метана еще что? Смотри, закончил с морковкой. Лук, морковку, может, напишешь тогда мне ВКонтакте потом? Ну, я еще сейчас сначала в озон пойду. Ну, видишь, я не знаю, сколько. Да, мы машине, какую? Машине. Так, машин тут поубавилось у Лехи. Ты эту? Нет. Нет? Ты эту? А какую? Вот эту. Вот эту? Нет. Эту? Нет. Эту? Полицию? Нет. Ну, я себе тебе уже дал, Лёх. Показывай пальцем какую. Вот эту. Лёх, я же тебе только что давал. Что у меня с колесом случилось? Ты ее прищемил дорожкой. Я? Еле выдрала ее. Пришлось дорожку опускать и вытаскивать. Да, я тебе починим машинку. На, Леш. Ну, не надо. Там, смотри, какое кривое колесо у него стало. Смотри. Кривое, закрыл дорожку. Кривое колесо стало. На, иди сюда. О, видишь, какое? Дай починим. На, пока. Не надо. Я сломать. Ага. Забирай. Так, Леш, сиди, сейчас я... Дай. Ну, конечно, не я ломать. Я не ломаю, я чиню. Я специалист по чинке колес. На. Нет. Ты, Лех, что-нибудь в магазине купить? Да. Червяк. Червяк? Нет, червяк далеко. Что-нибудь тут, в оранжевом магазине, купить тебе? Четвертый на вкус как? Знаете, мы подумали о вкусно. Я подумала. В общем, почему-то у нас в кулере именно холодная вода.
становится противная. Уже на протяжении 2 месяцев. Мы сначала думали, что это источник. Оказалось, не он, потому что вот бутылки из источника, пробуем их, они все как бы нормального вкуса, ничего с ними нету. С этой водой. А вот именно уже, когда она через источник, это самое, пройдет через все эти трубки, которые охлаждаются, она становится какая-то невкусная вода, а горячая нормальная. Сейчас, наверное, будем его опять промывать. Мы его уже один раз промывали кислотой. Сейчас будем пробовать содой его промывать, не знаю. Сейчас кислота не помогла. Не знаю, что могло случиться с этим кулером. Даже отсюда запах. Сейчас буду соду заливать еще. Засыпать, точнее. Пускай там все, не знаю, отмокает, растворяется. Никуда не годится такое дело. Так, значит, добавил я туда соды, кислоты лимонные, залил это кипятком. Сейчас теперь подождем, потом зальем воду и будем пробовать завтра. Так, идем в вазон за ватрушкой. Это уже вторая попытка ее купить, потому что в прошлом году мы купили бракованную. А? Не понял. Что у тебя тут? Ватрушка. А? Ватрушка. А, ватрушка купила? Да. Какой диаметр? А? Диаметр. 100. Ватрушка диаметр. 100. 100? Да. Угу. Сколько? А? Сколько? 1200. Дешевая. А? Дешевая какая. Ну, на распродаже. На зоне. Красиво. Так, где он? Не знаю. Иди сюда, дом. А? Иди ты на кухне бы на дом. Я сейчас быстро. Камера. В прошлом году уже покупали, помнишь? Обратно сдали. А, она была порвана. Да. Можно дувать. А? Можно дувать. Так, сейчас главное, чтобы завелась машина. На улице минус 14 у нас. Может, не завестись. Сок у нас там на аккумулятор 11,5 вольт. Завелась. Отлично, сейчас накачаем. Пойдем легко показывать.
этой? Мокрая. Мокрая. Сюда тоже не надо. Сбоку это. Сдует. Сдуется. От мокрого сдуется. Парк этот какой. А я прихожу, постараюсь. Не волнуйтесь. Я потом. Да, все интересно. Это самка, папа. Не знаю. Ватрушка, да. Кот надо вешать. Не знаю, может ванну ставить. Вот такая ватрушка, 1250. Да? Конечно, порвет. Нет, надо в комнате или не знаю. Вместо куртки. А? Вместо куртки. Не знаю. Давай посмотрим, что купил. Пока не выкидывай вот эти. А то, может, как в прошлый год придется сдавать завтра. Тут ватрушки это. Тоже от нее. Вот тебе сметана. По 79. Лук. Легкий. Желе. А, ну ладно. Теперь пока в холодильник это стоило. Морковь. 20 рубля на килограмм. Кетчуп. 70, наверное. Вот легкий, да, еще будет. Салат хотел? Ну, можешь его сделать из огурцов. Вот это стоило 100 рублей. Я нам взял попить. И активнее было по акции. Какие покупки. А, да? Тут у меня еще процесс идет. По очистке кулера. Алло. Чё? Ну что делаешь? Ура! Сижу, играю. Мы за тобой придем. Точнее, ты к нам приедешь. Куда? Мы прогуляем, споим до магазина. До какого? Нам надо машинку Лёхе купить. Нам надо? Да. А чем? В тому. Событие века? Да. Странно даже. Не верится. Так что мы тебя где-нибудь там в районе магазина будем ждать. А какого? Ну, где этот продается-то? Как он называется-то? Где постоянно покупаем ему? Сейчас работает потом. Ну, ладно. Сколько там на карте напишешь? Ладно. Ну, ладно. Когда будете выходить? Сейчас или попозже? Сейчас уже. Чтобы долго не ждать-то. Ну, сейчас выйдем. Денемся. Апчу. Апчи. Пока. Давай. Включай, Лех. Вот так. Еще. Все. Пойдем, Лех, в магазин с тобой покупать машинку. Да, да, нет. Я ты есть машину. Так, давай, Лех. Садивайся. Давай, садись на стол. Не надо, Лёх, ты что, папу бьёшь-то? Давай, шапку одевай, садись. Давай, Лёх. На, садись. Это папа, я изнимусь. Угу. Покажи, папа. Машина там заправляется? Да. О, папка старая уже. Да? Алёша молодой. Папка старый. Да, носик новый. Новый? Да, носик новый. Алёша маленький ещё, да. Алёша маленький, а ты папа большой. А ты старый, пап. Старый, да, папа. Старый. У Алёши есть волосы на голове? Да. А борода у Алёши есть? Нет. Нету. Нету. Они возили пап. Да, послушно. Они возили пап. Посовывай. Так.
Да, смотри, капюшон надевать, а то на латрушке холодно, Лёх, видишь, как кататься-то? Не ту погоду ты выбрал, чтобы на латрушке кататься. Ну, я. Так, давайте я сразу перчатки. Будем держаться. Будем держаться и лекать на потушке. Да. Уже так холодно. На улице холодно, что до магазина и обратно. Мама, подождем. Я ничего не вижу. Отторги. Я ничего не вижу. Ну, это оно. Пал? Нет. Пал? Да. Нет, вот подойду и попал. Попал? Да, попал. Молодец. Ой, Лёха. Так. Сейчас папа оденется. Какая крупная подушка. Ватрушка, В. Ватрушка, В. Ватрушка. Нет, даже это 8, я покажу для ватрушка. Там 7 и 8. Да, 7 и 8. Так, где моя рука? Домофон это, Лёх. Да. Ага. Так, едем в магазин, Лёхой. Пошёл выбирать. Да, Лёхой? Налево. Уходи на место. Так, ну все, Лех. Выбирай. Вот эту, ну кто бы сомневался. Сколько стоит у нас она, давай. 1500. Да, 1500. Точно эту? Может какую-то другую, посмотри, еще выбери что-нибудь. Может какая-то другая понравится? Вот эту? Это ж такая есть наподобие. Ну, конечно, есть как. Мы тут уже все машинки, Лёх, купили почти. Да, почти уже. Почти все купили, да, уже здесь с тобой. Ну? Ой, у меня пилька там, я съел. А это пока не вынимай, потом. Да, я хочу идти. Это, Лёх, не пойдет, так это совсем уж дорого. Вот я тут майку. Ты эту будешь? Да. Он, наверное, с другой стороны открывается или тут? Ну-ка, давай посмотрим. Как он открывается? Наверное, на другую сторону открывается, отсюда. Видишь, как сложно открывается, Лёх, может, другую какую-нибудь посмотришь?
Или эту? И эту. Эту надо? Да. Ну, пойдем на кассу. Да, а это не появилось. Не, это уже взрослый мальчик. Это для маленьких. Да, пойдем. Вытащил? Ну, давай. Работает. Ну, попробуй нажми на колеса-то. Ну, заработало. Все, ты, Лёх, доволен? Да. Ну, вот. Я помню машину. Ага. Какая шикарная машина, пап. Да. Шикарная машина. Шикарная, да? Алло. Ну что, ты где? А вы где? Ну, это вот возле магнита. Ну, я еще пока где-то смену сдала. А, только выходишь? Еще сейчас одеваюсь и выхожу. Ладно, сейчас войдем. А то долго ждать, пока автобус там это... Давай, пока. Давай. Кого-то попробуй сейчас открыть. Сейчас откроем, Лех. И пойдем с тобой домой тогда. Да? Давай. Да, вот здесь. Как? Да. Будешь садиться, подружку? Нет. Пойдем тогда домой. Опа. Понравилась машинка-то, Лех? Какой-то холодный суп. Не, тёплый. Давай. Чего, не будешь суп? Ты не хочешь суп? А что будешь есть? Пельмени? Лёх. Пельмени? Сейчас. Давай. Там смотрёшься? Там ножик был занят, а тут ножик чуть большой орезан. Я не стала, думаю, все равно можно вернуть, если что. Так это она маленькая, я тебе говорю, нормально будет. Там было написано 26 сантиметров. Ну, вот мне показалось, что это такая большая линейка. 30 сантиметров обычно. Это она уж маленькая. Что производство? Китай? Россия? Россия. Фарфор. А нет, изготовитель. Иран? Китай, да. Италия? Китай. Китай? Импортер России. Все китайское, даже тарелки пошли китайские. Торчит. Ну, потому что китайская. Что ты хотела? Она так не будет. Только вот эти вот пуклости, выпуклости. Сколько машинка стоит? 1300. Даже не смотрел еще. Даже не смотрел еще. Новая? Ну, когда я посмотрю. Я тут просто снимал. Что-то тоже накрыл. 1200. Жигули, да, Леш? Давай попробуем еще раз. Неправильно. Неправильно, говорю, не взломай. Только я умею делать. Сбоку. Сбоку надо? Я сбоку подцепил, тут я чуть не получилось. Какая-то кнопка под капотом, я так и не понял, что она делает. Под капотом. Капот это спереди. Под капотом. Да. Не разжимается. Ну, как она там как бы, не летая,
что она там делает. Конечно же, да. Трактор, заезжай. На все вам машины дышат. Тебе понравилось, Леш? Да. Племяшки, Лех, сейчас будет готово. Что ест? Baby bus.